Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Забираем ежедневные награды. Как вы видите, я буквально целые сутки не заходил в игру. Ну, так уж получилось. Так, зайдем в магазин, откроем колоду и посмотрим, что нам здесь выпадет. Леонардо, ладно. Заберем здесь ревард наш. Сразиться в боях, значит, и поднять уровень персонажа. Ну, давай мы это с тобой сделаем. Прокачиваем мы в данный момент с тобой Криса Брэдфорда, именно по навыкам. И нам нужно с тобой найти 5 кружек еще. Ну, давай попробуем здесь. Угу, первая попытка не очень, вторая тоже. И третья, ага, третья нам, как говорится, подвернула своей удачей. Так, 2 уже, да, кружки? 3. Давай, родная моя. 4. И последнюю, пожалуйста. 5, все. Прокачиваем, друзья мои, фирменный удар от Криса Брэдфорда за 2500 мутагена. Так, 6-я ступень. Ну, а теперь я думаю, что надо прокачивать вот эту, ребята, рекламную паузу. Ну, ё-моё, тут очень много чего нам нужно искать. Очень много. Ну что, начнем, пожалуй, вот с этой вот, я не знаю, книги. Блин, зачем мне это? Мне вот это не надо. Мне надо вот уже слабые бои, чтобы мы с тобой закончили, как говорится, это испытание. По-моему, все, да, друзья? Да, задание выполнено. Забираем здесь все. И поднять уровень персонажа у нас остается. Сколько? 10 тысяч мутагена. Этого мало. Но я думаю, что мы, наверное, сможем прокачать. Так, секунду. Где у меня... Слабенький. Так, блин, на тигра, наверное, не хватит. Чуть-чуть не хватает, но я думаю, что можно, в принципе, пока не трогать. Сходить, наверное, на ареночку нам с тобой, да? Здесь набьем мутагена. Кстати, я нахожусь на ранге 50-м в Лиге Мастеров. Надо обязательно подниматься выше. И 62 монетки у нас, кстати. Пока мы ничего не сможем с тобой приобрести. Там, по-моему, минималка 67. Ну что ж, давай определяться. Начнем мы, наверное, с тобой с Влада. Вру, не с Влада. С Мэтта начнем. Так, поехали. 68 уровень. Я смотрю, здесь максимальный у него, да? 68, значит, будем брать с тобой вот так. Не-не-не, подожди. И возьму, пожалуй-ка я, наверное, сюда Зека. Есть, конечно, большой риск, но я думаю, что Зек плюс Лео смогут здесь справиться. Остальные будут как на добивке. Все зависит от Зека. Вот, сейчас идеально прошло, потому что все замедлились. Ну, а Леонардо, я думаю, сейчас завалит половину, даже больше. Ну, Донни, как всегда, выжил, ну-ка. Сплинтер молодец, добил его. Ну что же, идеальная победа, мы с тобой проходим дальше. Получаем все кубки, поднимаемся по рангу. Обязательно я сегодня должен вернуться в Лигу Мастеров. 2 звезды. Как говорится, кровь из носа. 38-я позиция, ага. 38-я позиция. Сегодня что за день недели-то у нас, я уже и не помню. Четверг. Пятница, по-моему, да, друзья мои. Потому что у нас доступно сегодня испытание на Усаги. Обязательно пойдем после лиги и попробуем там тоже немножко побуянить. Ну что, остается у нас Дэнс. Потому что здесь у него кубков побольше, и надо нам начинать именно с него. Возьму Криса. Пускай будет Карайка. Возьму Ванюшку и, наверное... Да нет. И возьму, наверное, Тигра. Не слишком ли рискованно? Наверное, слишком, да? Возьмем все-таки Змейковьюна. Потому что риски есть. Да, чем выше по лиге, тем, ребята, сложнее приходится драться. Но ничего, как-нибудь одолеем их всех. Троих убрали. Вот это круто. Ну-ка, фирменный удар. Тыч. Ну, он, естественно, ребят, он и до этого работал неплохо, да, выносилимый. Я его назвал проникающим. А сейчас уже после прокачки, да, на 6-ю ступень он будет валить всех налево и направо. И куда же мы с тобой попадаем? 25-е место. Слушай, ну что-то как-то очень медленно мы двигаемся. Мне не нравится такой расклад. И давай попробуем с тобой найти 23 кубка. Это как минимум. 22 ми... Вот. Ли. Хорошо. Давай опять возьмем с тобой Лео.
У нас, кстати, по баксам очень неплохо выходит. Мы можем с тобой купить откатики, если уже понадобится. Но это уже будет ближе к финалу. А ближе к финалу, наверное, может быть в воскресенье или даже в понедельник. И тогда мы с тобой бустанем по полной программе. И, скорее всего, мы вырвемся все-таки в Лигу Мастеров 3 звезды. Единственное, что мне не нравится, у нас с тобой столько героев мало осталось, которые еще боеспособны. Даже не знаю. Надо прокачивать, надо Карайку качать, надо Тимати качать. Как минимум до 70 уровня. Потому что сейчас они вообще ничего из себя не представляют. 61-63 уровень, ну куда это, ребят, годится? Тигра нам докачать нужно будет до 70-го. Только начиная с 70 уровня пойдет нормальный отсчет. А в данный момент они вообще не котируются. Так, Паукус даже не добил, да ладно. Донателло, представляешь, он не добил ролевого. Офигеть. Делай выводы. Я уже давно для себя сделал, что 70 уровень — это как бы отправная точка, да, для боевки. 80 это уже практически топчик, а 90 стоит уже имба. Ну и куда мы с тобой попадаем? Десяточку дадут? 12 место. Отлично. Три откатика еще имеем, так что все будет у нас тип-топ. И выбираем с тобой Андрюху. Андрюха. Так, возьму-ка я сюда, наверное, Армагона. Армагончика. Раз, два, беру вот этих вот кислых. И чтобы не было нам плохо, возьму сюда еще Рахзара. Чтобы он, как говорится, стоял в провокации и не дал возможности подбить моих вот этих вот Кирби с мухой. Да ладно, блин. Вы как всегда, эта Карайка как всегда начинает первую. Че у нее за инициатива такая? Откуда у нее вдруг взялась она, а? Объясни-ка мне, я не помню, чтобы она была такая шустрая. Может быть, после обновы что-то здесь произошло. Никогда не было такого, чтобы Карайка ходила первой. Так, тихо, Крис. Ага, не пробил. А мы с тобой просто подлечимся маленько. Да, и еще одну лечку поставим. Все равно от них толку никакого, пробить они не смогут. А вот Лео уже добьет Криса Брэдфорда, и мы с тобой проходим. На 3 звезды, все, как говорится, идеально. И по идее мы должны с тобой вернуться в Лигу Мастеров 2 звезды. Давай проверим. Фигушки там. Обалдеть. Всего лишь 7 ступенек я пролетел и оказался на 5 месте. Зашибись. Вот тебе и непредсказуемость. Так, ну что, здесь выбор у нас очевиден. Я беру Мину. Кубков одинаково, а по уровню она будет слабее. Возьму Донни, Железноголового. И в эту компанию придется взять вот этих вот слабеньких персонажей 51 уровня. 51 уровень, и тут, извини меня, 71. Если не успеет Железноголовый поставить провокацию, их распишут. Ой, бомбочка, по-моему, все, хана, ребят. Ай, Мондагека упал. Ну, все, понятно, короче. Все. Да вы оборзели, что ли, блин, инициативу такую иметь, блин, каждый сходит. Трындец, я тебе скажу, просто трындец. Да, ну добей, Железноголовый. Блин, потеряли мы с тобой Мондагека. Ну ты сам видел прекрасно, что они делали. Они начали ходить один за другим, я даже ничего не смог сделать. Железноголовый у нас, как всегда, в самом конце сходил. Ладно, суть в том, что мы с тобой все-таки перешли в Лигу Мастеров. Место, конечно, у нас с тобой 97-е, нам нужно 50-е, как минимум. Но здесь вряд ли мы с тобой сможем добраться. Так, Назара беру. Назар, Майки, Бакстер. Твою ж налево. Вот этих, что ли, брать? Но без провокации. Я не знаю, без провокации их распишут. Бакстер, как всегда, будет самым последним у нас ходить. Уклоняшка наверняка здесь не поможет им. По уровню даже их пробьют. Ладно, давай посмотрим, что из этого получится. Так, Лео. Ну, одного подбили. Этот вешает сейчас иммунитет. То есть, грубо говоря, бездействует. Ну вот, начинается. Все. Трындец какой-то, а. Всего лишь одного хода нам не хватает, чтобы пройти на изи, да? Чтобы пройти на полную, не потеряв ни одного персонажа. Именно Боксер Стокман фейлится. Почему, я не могу понять. Вот почему так происходит все время, а? Ну, это, мне кажется, из-за слабых персонажей, потому что мы теряем с тобой инициативу.
Жесть. Блин, может быть, взять с тобой 10 кубков? Так, это что у нас такое? Бесплатные билеты? Заманчиво. Но пока не будем мы с вами смотреть. Или будем? Дай-ка я просто для пробы гляну. Ну что ж, друзья, еще 10 откатов я получил. Итого 20. Слушай, ну это вообще круто. 20 откатов. Я думаю, что ты догадался, что я собираюсь сделать. Как воспользоваться ими. И я думаю, что ты прав. Мы с тобой берем, ну, например, Баху. Берем Лео. Берем Усаги. И дальше уже, в принципе, не важно, кто будет. Эти два парня сейчас будут всех рвать налево и направо. Причем инициатива у них от этого не падает. Или я не прав? Давай посмотрим. Так, ну Усаги это по стандарту. Давай, родной мой, отожги по полной программе. Шикарненько. Так, опа. А, ну Усаги понятно, ребята. Усаги он контратакует. Ну, вот и все. Слушай, так мы сейчас с тобой так рванем. За 20 откатов мы можем с тобой произвести 10 боев. Из расчета, что 2 отката за бой мы с тобой будем применять. Ё-моё, вот это круто. Так что, ребята, ну, это, конечно, не обязательно всем смотреть рекламку за откаты. Это кому нужно. Мне, например, нужно, поэтому я смотрел. Это не в обязательном порядке. Ну что, Александр, я думаю, что ты попал по-крупному. Раз, два, три, четыре. Единственное, что я боюсь, когда там уже будут 30 уровней бойцов. Не упадет ли там у нас инициатива до самого, как говорится, плинтуса? Если она упадет, то я думаю, что мы с тобой здесь не будем уже ходить первыми. В данный момент все на изи. Видишь, все элементарно. Я в этих парнях просто на 100% уверен, да, на Лео и на Усаги, что даже не переживаю. Единственное, что я не дрался, как уже тебе объяснил, с 30 уровнями. У меня были, по-моему, минималка 30-е, ой, 50-е и 45-е. Сейчас мы с тобой проверим все это дело. Ну что, берем, наверное, здесь Мухаммеда. Да, возьмем его, Лео и Усаги возвращаем обратно. Раз, два, три. Здесь пока все хорошо. Пока 50-е уровни с нами выступают, мы будем их рвать. Уровень здесь тоже особо сильно у нас не поднимется. Если не ошибаюсь, 75-й максимальный на арене. Так что выше персонажей просто здесь не будет. Так, вот здесь, кстати, Рокстеди может выжить. Нет. Ни один, ни второй не выжил. Удивительно, Лео просто мочканул по полной программе. Ну что же, двигаемся с тобой дальше. Мы уже на каком месте? На 56-м. У нас еще 15 откатов. Ю-ху! Я тебе скажу, что, по-моему, это топчик. Мы сейчас влетим с тобой. Ну что, берем Павлушу. Опять же Лео и Усаги. Можем взять здесь Рафаэля, чтобы его просто использовать. И вот этих вот бравых парней, Майки и Рокстеди. Так, двигаемся сюда. И что мы видим? Роквелл, Рафаэль. В общем, вся старая бригада, да? Донателло и, конечно же, Рафаэль. Ну-ка, 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 ну-ка. Опс. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Хорошо, что у меня здесь Майки был. Ха-ха, он выжил. Ты представляешь, если бы он сейчас ударил, да по-любому, в принципе. Либо по Майке, либо по Рокстеди. Тот упал бы сразу же, даже не стал бы сопротивляться. Ё-моё, а там Донателло был. Он бы мог использовать супер-атаку. Ладно, что мы с тобой делаем? Переходим по Славке. Да, мне кажется, он будет немножко послабже. И что у меня там по моим персонажам? Ну, пока еще 50-й уровень. Ладно, пока еще с тобой живем. Лео ролевой, кто у нас тут еще? И Кунаичи. Так, начинаем. Когда Усаги вешает на всех постепенный урон, это вообще имба. Но он может и промахнуться, согласись. Вот здесь на всех повесил. О, тихо, хан. С какого вдруг перепуга-то? Что происходит? У него разве есть контратака? Нету. Опять же нам повезло. Бомбанули именно по Усаги. А если бы он звезданул бы по Кунаичи или еще по кому-нибудь, да? По самому Шредеру вот этому. То все, распластались бы. Нет, иногда все-таки бывают промашки. Ну что же, двигаемся с тобой дальше. У нас 11 откатов, и это очень круто. Ох ты, 24 кубка. Берем Инго.
Так, подожди-ка, я говорил, что 75-й максимальный уровень, а тут уже 78-й. Что-то я, по ходу дела, перепутал. А какой же тогда предельный? 80-й, что ли? Или 78-й? Так, вот это мне уже интересно. Давай проверять. Ну-ка, усаги бомбани, пожалуйста. Пошинкуй их. Но можно было бы и лучше, конечно, сделать. Донателло выживет, скорее всего. Угу, ага. Постепенный урон, конечно же. Конечно же, он его добьет. Ну что же, тогда двигаемся дальше, смотрим. Сейчас переходим, в принципе, ребят, уже в Лигу Мастеров 3 звезды. Тут уже недалеко осталось. Но что-то слишком медленно мы с тобой продвигаемся. Это, наверное, специально так сделали. Но здесь, я думаю, наверное, стоит взять Адама. Так, сюда-сюда и... Вау, уже 45-й уровень у наших персонажа. Сейчас, наверное, инициатива вообще упадет. Че, кого-то не взяли, что ли? А, нет. А, Лапекс отстала просто от команды. Где-то там сзади бежала и не успела вовремя. Так, смотрим, друзья мои. Мне очень интересно, давно таких поединков не было. Опа-на. А вот здесь вот плохо. Давай, Лео, отожги, пожалуйста, по полной программе. Все четенько, благодарю тебя. Ты великолепно справился со своей поставленной задачей и всех бомбанул. Ну что же, двигаемся далее. Дадут мне сегодня перейти или нет? Опачки, 12-я позиция. Я очень этому рад. У нас с тобой еще 7 откатов. 7. По-моему, друзья, по-моему, знаете, что я смотрю? Здесь, скорее всего, 79-й или все-таки 80-й уровень максимальный. Выше просто быть не может. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, уже 40-е скоро пойдут, а тут 79-й уровень. То есть, ну, сам понимаешь, да? Будет напряженка офигенная. Тут Кирби. Больше меня, конечно, напрягают кролики. Ну, давай посмотрим, что из этого получится у нас. Так, ну что я тебе скажу? Великолепно. Все очень хорошо, но постепенно урон на всех висит. Кто выживет, тот отдуплится. Да, идеальная победа. Ну что же, тогда двигаемся с тобой далее. По-моему, 79 все-таки это предел. Друзья мои, скоро-скоро, вот буквально еще один поединок, и мы с тобой перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды. Так, здесь, наверное, мы с тобой возьмем Инго. Опять Инго? Что ж ты все ко мне лезешь-то, а? Не, ну... В принципе, ребята, чем больше кубков, тем лучше для нас. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, конечно. Так, у нас тут Шреддер классика, да, с нами. Также, кто у нас? Крэнк. Ладно, и Майки Космос. Опа, вот, ребята, вам и первая промашка. Офигеть! Майки Космос 45 уровня выжил после удара Хана 78-го. Но ты помнишь, почему Хан делает ход первым? Потому что у него инициатива накапливается, да, ребята? Надо его валить, Кидри, не Фени, как можно быстрее. О, воу-воу, блин, Рафаэль все-таки выжил. Рафаэль все-таки выжил, ребята. Да, тут, конечно, паршивенько немножко получилось. Но это из-за Хана. Хан сделал ход первым. Так, тут мы промахиваемся с тобой. Хан сделал ход первым, нанес, естественно, львиную долю урона нашему персонажу. Ну, а там уже просто его добили. Вот и все. Значит, нам невыгодно брать отряд, где есть Хан. Ну что же, мы с тобой перешли в мастер. 3 звезды, 93-я позиция. И еще 3 откатика у нас с тобой есть. Поэтому продолжаем. И возьму я на этот раз, наверное, Инну. Да, Инна? Не грусти, родная. Все будет хорошо. Все будет хорошо, и самое главное, что очень будет быстро. Так, Хана здесь нет, я смотрю, инициативы не будет слишком сильной, поэтому можно, как говорится, расслабиться. Но сейчас все покажет у нас боевка, естественно, друзья. Так, давай, уса... Блин, карайка! Да что ж ты... На, ну фух, повезло. Что она почему-то начала бомбить усаги. Я не знаю, в чем дело, ребят. Могла бы спокойненько забомбить другого любого персонажа. Но здесь тоже не очень хорошо усаги сделал. Постепенный урон не на всех лежит. И просто здесь фартово получилось, что Лео смог добить. Ну, с одним откатом, естественно, мы с тобой никуда не пойдем.
кого мне брать? Одного Усаги, но это бесполезно. Оставим его на следующей серии. Ребят, ну что, я нас поздравляю. Мы с вами дошли до Лиги Мастеров, да, 3 звезды, 81-я позиция. Отлично. На это все у нас ушло 20 откатов. Ну, а мы идем с тобой дальше. Так, зайду-ка я в магазин, посмотрю. Может быть, тут... Нет, тут ничего нет абсолютно для нас. Так, мы с тобой копим на кого? На Леонардо же, да? Да, Леонардо классика у нас идет. Ну и, как мы видим, нужно 75 монет, а у нас всего лишь 62. Здесь 200 жетонов, так что, соответственно, мы ничего тоже здесь приобрести с тобой не сможем. Ну что же, отправляемся с тобой на испытание. И это у нас будет учитель Сплинтер. Кого мне дадут? Ну, ребята, когда дают имбу, и жить, как говорится, становится лучше, да? Поехали, будем сейчас делать разнос полный этому Сплинтеру. Немножко с тобой получим ДНК на него, хотя они нам не нужны. Но зато есть возможность потом пофармить. Хотя фармом я вряд ли здесь займусь, потому что у меня не хватает откатов, точнее телепортов. Так что как бы нету возможности, ребят, здесь даже по-человечески пофармить. Но Сплинтер тоже пригодится, если что, мы с тобой можем разбомбить его ДНК, да, на сюрики. Сюрикены нам пригодятся. Ну что, дядя Сплинтер, ты готов? Да что ж ты все время на майке-то нападаешь, а? А, ну я понял. Видать, хотя нет, Донателло-то слабее будет по уровню. Почему же он его все время бомбит, а? Ну что же, у нас вторая победа с тобой идет. Мы получаем опять 2 ДНК на Сплинтера. И возможность фармить этот уровень. Так. Кстати, сколько у нас мутагена? Воу, 29 тысяч. Ну что же, друзья мои, теперь я могу спокойненько перевести нашего тигра на 70 уровень. Но я тебе еще раз скажу, нужно 80-й. В идеале 100-й, а в среднике 90-й. Забираем здесь свои награды. Окей, и продолжаем испытание. Так, Сплинтер. Сможем ли мы полностью? Да вряд ли, конечно, полностью тут пройдешь. Он там потом будет такие выдавать плюхи, что мама не горюй. Ну, мы пока держимся. Молодцом. Кстати, вот надо, наверное, майки поднять, да, до 90 уровня. Че он у нас завис? Ну, хотя как боец он не очень, блин, да, согласись. И как бы жалко на него тратить мутаген, прокачивать до 90 уровня. Но, я тебе скажу одно. Он же у нас постоянно в колоде, постоянно в нашей бригаде, да? И как бы нам желательно, чтобы он жил дольше и сопротивлялся больше. Только лишь ради этого можно его перевести на 90 уровень. Ну что же, Сплинтер, 3 ДНК мы с тобой получаем. И двигаемся на эпизод 4. А тут их всего 6. 6 эпизодов вряд ли мы, конечно, с тобой пробежим. Потому что рано или поздно нам придется убирать отсюда Донателло. И это, видимо, после вот этого боя. Да ты смотри, что он делает. Он будет сейчас лютовать. Он будет лютовать, ребята. Он будет себя сейчас бафать по полной программе. Ты смотри, что творит, а. На тебе. Так, добить сможем сейчас его? Давай, Рафик. Отлично. Здесь получилось удачно у нас все. Ну что ж, давай попробуем. Или оставим все-таки Донателло пока. Давай оставим, наверное, на один бой, да, и посмотрим, как у нас получится. А потом уже, естественно, будем убирать. Это эпизод 5. Это эпизод 5. Сплинтер уже 80 уровня. Сейчас будет у него инициатива просто опупенная. Он будет бомбить, бафаться и так далее. Так, бафается он, как видишь, не кисло. Вешает и крит урон, и атаку, и защиту. Еще и отхил. В общем, все, что можно только придумать, у него это висит и есть. Если не хватает ему, это, наверное, контратаки. Да ладно, он еще и попал, ты представляешь, пробил. Мое уклонение. Ой-ой-ой, плохо, давай-ка защиту, может. А, у нас же есть защита, висит. Так, тут он промахнулся, давай, наверное, хильнемся на всякий случай. Чтобы у нас Рафаэль не упал. Блин, его защита, конечно, это бесит. Ну, давай вертушку попробуем применить. О, нормулька, кстати. Вот сейчас кому-то достанется. Ай-яй-яй, майки. Давай, Рафаэль, вставай в провокацию. Да ты запарил уже. Бафается и бафается каждую секунду, ребят. Ну что это за дела? И отхиливается от... Не детски, да? Не по-детски, ребят. Так, ну попробуем. Ой, сейчас, по-моему... Он сейчас звезданет ему. Фу, промахнулся. А если вот так вот сделать, проникающим?
Блин, ну совсем чуть-чуть не хватает добить. Блин, достал. Ну-ка, попробуем так сделать. Получится, может быть, что-нибудь? Так, получилось-то получилось. Только вот минус один. Это он получает урон от постепенного. Пшу! Зашибись. Вырубил мне. Просто Рафаэля снес, а. Зашибись, я тебе скажу. Ну-ка, сюрики. Так, пока... вот надо его бомбить именно в тот момент, когда на нем нету, извините, бафов. Только в этом случае он может получить колоссальный урон. Но... Лео, добей его, хорош на него любом. Да что ты, блин, да... Есть. Ой, блин, тяжело-то как было, а. Слушай, стоит ли нам на следующее испытание идти? Давай попробуем. М? Давай попробуем. Мне просто очень люто интересно, что он будет здесь делать. Я представляю сейчас, какая бомбическая сила здесь будет. Ты прикинь? Просто с одной плюшки все хп практически у Рафаэля снес. А Рафаэль далеко не слабак у нас именно по защите. А ну-ка. Так, предположим. Ну давай так сделаем. Постепенный урон не повесился. Рафаэля мы потеряли с тобой. Сюрики. Сейчас бафнется. Сейчас бафнется, 100% тебе говорю. Давай супер удар. Супер атакой. А, Майки, ты вообще не котируешься здесь. Смотри, как он делает. Ну что, я думаю, что это должна его подбить, да. Друзья мои, как факт, я могу тебе сказать одно, что пройти Сплинтера полностью, вот это испытание, нам под силу. Но вот сохранить всех персонажей как-то вот не получается. Нет, мне кажется, можно как-то пройти более-менее лояльно, да, чтобы не потерять нам никого. Но это нужно кумекать. Это нужно думать, ребята. Нужно как-то вот хитренько бафнуться, где-то подлечиться, где-то еще что-то сделать. Может быть, у нас с тобой будет время. Я попробую перепройти все эти уровни, пока нет возможности и времени. Но самое интересное, что мы все-таки с тобой и повоевали, и находимся в Лиге Мастеров 3 звезды. Ждем, как говорится, следующей серии и будем играть. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.